Урачысты старт калядным и новогодним мероприемствам дадены. Напередодні у Гомелі рознакаляровыми огнями зазяла галоўная ёлка в области. Святочную иллюминацию включили подчас городской акции «Запалим ёлку разом». До ее долучились и наши корреспонденты. У чаканні цуду гамельчане и гости города собрались на площади Ленина. Свято распачалося с театрализованного деяния с сказочными героями и Дедом Морозом со Снегуркой. Юные глядачи удельничали у конкурсах и гульнях, допомагали запалить огни на новогодней прыгажу. Раз, два, три, ёлочка, гори! Головная елка в области вышиной у 32 метры. Ее упругоживая пиксельная светловая сетка. Экспериментальный проект запустили в минулом годе. Система створяет на всей поверхне древа один экран, на яким демонструются разные сюжеты. Сёлета их обновили. Верховину упругоживая вифлеемская зорка. С новинок этого года пляцовка, музычный сад с символом надыходящего года и белоснежными древами лауками. Новогодняя музычная программа сопровождается светловыми эффектами. Гульня гуку и светла нагадывая дискотеку. Каждый год мы стараемся посещать города как Беларуси, так и России. Вот в частности, это Москва, Санкт-Петербург. Черпаем идеи, проявляем свое какое-то творчество, чтобы не до конца повторяться, но использовать какие-то удачные элементы. Тем более, учитывая, допустим, Москву, там работали итальянские дизайнеры. Вот какой-то аналог мы попробовали воспроизвести. Это наш музыкальный сад. Нечто светлое, учитывая, что снега сейчас нет. И вот эти вот белые пятна с какими-то яркими подсветками, такие яркие пятна на площади. Упрыгожили площу и уподобанные горожанам светловые туннели с корунковых арок, знаки зодиаку и іншие фигуры. Все элементы объединяли одной концепцией. Побач разгорнулся святочный кермаш, где ожидающие могут пожастоваться горячими напоями, присмаками и набыть сувениры. Нам очень понравилось, мы очень ждали, правда, целый год ждали, пока зажгут елочку. И очень все красиво, очень много нового всего, поэтому мы всегда ждем праздника, и сегодня частичку праздника мы получили. Мы только в этом году, в мае, переехали в Беларусь из России, и вообще прекрасно, вот первый Новый год будем в Гомеле праздновать. Очень красиво. Для гомельчан рыхтуется еще немало сюрпризов. Новую иллюминацию в разных районах города поступово включить до 25 снежня. Ганна Каральчук, Евгенія Кухаронак, Олександр Харлампов, телерадіокомпанія «Гомель».